вечора, шановні наші телеглядачі. Вітаю в ефірі телеканалу «Миколаїв». Передача «Гаряча лінія», в студії Наталі Якобсон і наш вечірній гість сьогодні – це Микола Породніков, голова Миколаївської обласної організації ветеранів України. Я вас вітаю, доброго вечора. Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Так. Сьогодні, отже, одразу ми приступимо до теми нашої співбесіди, нашої розмови з вами. Це пленум, який відбувся сьогодні в ветеранській в облдержадміністрації. Ну і, звичайно, хотілося б дізнатися про основні питання, повістка, якщо простіше кажучи. Да, сьогодні дійсно состоявся очередной пленум Миколаївської обласної організації ветеранів України. Согласно уставу організації ветеранів України, на повестке дня був один вопрос. Это о работе Николаевской областной организации в 2016 году, задачи на 2017 год и мероприятия, проводимые в 2017 году на 30-летие образования Николаевской областной организации. Хотелось бы сказать, что на этом пленуме присутствует глава Николаевской областной державной администрации Алексей Юрьевич Савченко, глава областного совета Виктория Москаленко, зампредседателя Николаевской областной организации администрации Бонь Вячеслав Валентинович и мэр города Сенкевич Александр Федорович. Конечно, большое спасибо им, что они нашли время, что пришли на наш пленум, что дали высокую оценку нашей работе. И мы, конечно, всегда работали и будем работать совместными усилиями с нашими органами власти. Также были награждены лучшие из лучших ветеранов нашей организации, где вручил грамоты и Бонь Вячеслав Николаевич, и глава областного совета Москаленко Виктория Викторовна. Ну, тобто, Микола Арсентійович, я так розумію, що це свого роду підсумки року були роботи пленуму, да, так? Да, совершенно верно. Подводился итог именно за 2016 год, что наша ветеранская организация сделала. Сделала, конечно, я считаю, что очень многое для наших ветеранов. Это, во-первых, было и проведено 8 президиумов, где конкретные вопросы слушались и начальников управлений области, и начальников отделов, и также начальник отдела областного военного комиссариата подполковника Виктории, которая Иванова, которая рассказала именно по путевкам, по распределению путевок на 2016 год, потому что очень мало идет путевок санаторно-курортное лечение для военнослужащих. По линии Департамента социальной защиты, конечно, намного больше идет. Но все это сказывается на то, что очень мало денег выделяется, и распределение путевок санаторно-курортных лечений, это идет согласно графику тех заявлений, которые написали ветераны, военнослужащие. Конечно, также нам хотелось отметить, и отмечалось на нашем пленуме, что в этом году мы решили сделать выездные заседания наших президиумов, расширенных, с приглашением ближайших районов. Это проводилось у нас первое в Березниковатском районе, где я считаю, что это прошло на высоком традиционном уровне, так как активное участие принимала глава районной администрации, глава районного совета. И во главе, значит, углов стоял наш председатель ветеранской организации Раздорожный Виталий Ефимович, которые с чувством ответственности отнеслись к этому мероприятию и провели как нужно, показали нам все, что делается в районе по вопросу социальной защиты ветеранов, по вопросу, значит, пенсионного обеспечения, по вопросу распределения квартир, и какие, значит, есть хорошие у них мероприятия, проводимые с населением. И последнее, конечно, нам показали тот пионерский лагерь, как мы раньше говорили, находится за пределами Березниковатого. Действительно, там тоже ветеран, энтузиаст. Если бы его не было, так и глава администрации района сказал, если бы не было этого директора, этого санатория, давно бы уже, конечно, бы он упал, говорит, и не работал бы. Очень приятно, конечно, что есть такие у нас энтузиасты, которые работают за такую маленькую заработную плату, но показывают пример, как молодым нужно это все проводить, чувства наши. Хотелось бы также сказать, что
Дальше проводили выездное заседание в Очаковском районе, где также принимали участие наши ближайшие председатели, наши кустовые. И также был вопрос, у нас касалось медицинского обеспечения в госпитале, именно нашим, где выступал с вопросом начальник госпиталя ветеранов войны Поточняк Владимир Степанович, который четко все рассказал, как проходит лечение, как значит, обеспечиваются медикаментами наши ветераны. Естественно, конечно, есть вопросы, возникают по обеспечению, потому что было постановление Кабинета министров в этом году, что на питание 55 гривен, на медикаменты 65 гривен. Но это было пока первое время на бумаге. Естественно, деньги выделялись в первую очередь, это первый квартал, второй квартал по старым еще. Но наши ветераны, они грамотные, они прочли в интернете это постановление Кабинета министров, постоянно приходили к нам, приходили к начальнику госпиталя и требовали, почему же так. Есть одни цены на медикаменты и на питание, а питаемся мы еще по старым. Ну, естественно, добивались совместными усилиями с начальником госпиталя, и вот в сентябре месяце были уже облсоветом выделены те деньги, которые положены по постановлению Кабинета министров, за что спасибо депутатам, которые за этот вопрос голосовали. А скільки ветеранських організацій зараз входить до складу нашої обласної спілки? До нашої ветеранської організації значить, входить 649 первісних організацій, 27 городських і районних організацій, і всього входить в состав 242 тисячі 559 чоловік. Це, звісно, боєспособна, діюча ветеранська організація, яка совместно з органами местной власти работают в тесном контакте. Также мне хотелось сказать, что из 27 организаций городских и районных 13 организаций возглавляют женщины. Это, конечно, умные, интеллигентные люди, которые с пониманием относятся к порученному участку. Мне хотелось бы поименно их назвать, потому что, чтобы слышали все не только в районах, но и в области. Это в городе Первомайск, Панатичук, Павлина Семеновна, в городе Николаеве, в центральном районе, Надточий, Тамара Кузьминична, в Арбузинском районе, наша любимица, наша передовая председатель организации Алиференко Раиса Яковлевна. Это Баштанский район, где Андреева Лидия Васильевна. Это Домоневский район, Раиса Александровна возглавляет. И, значит, Веселиновский район, Мария Николаевна. Значит, эти женщины, конечно, действительно, они делают то, чтобы помочь нашим ветеранским организациям. И, конечно, они правильно понимают все задачи, которые выполняют согласно нашего устава. Также, конечно, хотелось сказать, что и у нас еще, я не назвал, Николаевский район, Чарушникова Ольга Петровна, Новодесский район, Байбарак Александра Ивановна. Это особое хотелось бы по Александре Ивановне. Ей уже 80 лет, и здоровье, значит, у ней пошатнулось, но все равно она активно принимает участие в ветеранском организации. Кривозерский район, Бельковская Юлия Анатольевна, тоже хотелось бы отдельно на ней остановиться. Когда в октябре месяце приезжала делегация с Киева и Киевской области именно к нам на конференцию научно-практическую провести, чтобы для того, чтобы на тему город Николаев, город Корабелов, город считается морской славы. И очень на высоте приняли делегацию. Там было из 4 областей эта делегация во главе с главой администрации Мирошниченко Алексеем Владимировичем. Показали район, показали то, что нужно было, как говорится, для наших гостей, и очень остались все довольные. И также хотелось еще отметить Вознесенский район, это Захарову Раису Ивановну, которая всего год председателем избрана ветеранской организации этого района, но уже она вошла в общую колею нашего ветеранского движения и всегда показывала и показывает пример, как нужно работать. У нее, конечно, хорошие есть
помощники, это взять депутата народного нашего Ливика Александра Петровича, когда помогает любым вопросам, когда она к нему обращается. И вот эти женщины все олицетворение наших ветеранов, конечно, и сегодня они были, из них большинство награждено тоже грамотами за их ратный труд, и всегда они помогают и считаются нашими передовиками. Вот, хотя, конечно, это женщины, много и своих забот домашних, но они везде успевают и на работе, и в домашних условиях. Вот такие, значит, у нас председатель ветеранский. Еще хотелось бы то, что у нас есть комитеты и комиссии, где они являются основными разработчиками наших планов на год, наших планов на квартал и на месяц. Это хотелось бы отметить и Пилипчука Алексея Алексеевича, это хотелось бы отметить и Кривенец Владимира Федоровича, это хотелось бы отметить и нашу комиссию социальную. Конечно, возглавляет Леона Валентина Сергеевна, и также комиссия по работе с молодежью, которую возглавляет Тимощенко Владимир Анатольевич. Это, конечно, те передовики, те, которые умеют работать с людьми, те, которые возглавляют, те комитеты и комиссии, которые на них возложены обязанности. Сьогодні під час пленуму ви ухвалили звернення до президента і голови Верховної Ради України. Розкажіть більш детально, що це за звернення, хто під ним підписався, які вимоги? Да. Значить, це у нас було обращення іменно президенту к Україні, к прем'єру-міністру України і председателю Верховного Совета України. Это было все на съезде, определено съезд, который состоялся у нас в марте месяце, 7-й очередной съезд, где были отчитался председателем Организации ветеранов Украины Цыбенко Петр Степанович за 4 года. Была разработана даже программа по подготовке к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, именно 41-45 годов, и были избраны руководящие органы в состав, это члены Организация ветеранов Украины, 114 человек, президиум в количестве 34 человек и ревизионная комиссия. И вот здесь делегаты именно обратились к президенту Украины по таким вопросам, конечно, которые касаются всех, не только ветеранов. Ветераны и пенсионеры были шокированы и возмущены принятием закона Украины о внесении изменений и признании утратившей действия некоторых законодательных актов Украины, в котором в 42-м законе Украины внесены и исключены многие пункты изменений в худшую сторону. Например, в законе Украины о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, написаны пункты 7, 16, 18, 15 и 16 исключить. Это, конечно, очень плохо для наших ветеранов. Делегаты 7-го съезда ветеранов потребовали от руководителей государства решения следующих вопросов. Обеспечить безусловное выполнение органами государственной и местной исполнительной власти и самоуправления статьи 20 закона Украины в статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты относительно предоставления советам ветеранов, включая первичные организации, надлежащие финансовой поддержки на основную деятельность, обеспечение бесплатным помещением, телефонной связи, освобождение от уплаты за коммунальные услуги. Конечно, также было написано в обращении выполнять в полном объеме все статьи Конституции Украины, закона Украины, ветеранов войны, труда, военной службы, детям войны, инвалидов, не исключать, не уменьшать и не отменять их льготы. Также было и обращение к нашим юным молодежи Украины с такими словами. Это очень, конечно, касается всех, потому что так было. Мы делегаты 7-го съезда Организации ветеранов Украины, которая объединяет 7 миллионов ветеранов войны, труда, детей войны, ветеранов военной службы, пенсионеров и граждан пожилого возраста. Обращаемся к вам, молодому поколению нашего государства. От имени тех, кто освобождал Украину от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. От имени тех, кто совершил подвиг, подняв из руин города и села, заново остановив народное хозяйство. От имени тех, кто обеспечил мирный труд в послевоенные годы. Свято храните и умножайте традиции фронтовиков и тружеников фронтового тыла, которые отстояли свободу и независимость Украины,
Сохраняйте историческую память и правду о событиях тех данных времен. Вот так кратко, что хотела довести, то, что именно обращение было. Еще было одно обращение к президенту Украины, к главнокомандующему о том, что военные наши пенсионеры, конечно, ущемлены в том, что нет никаких уже надбавок очень много лет. И здесь было сказано то, что было написано президентом Украины письмо от 13.01.2016 года номером 1-1/15. Премьер-министр Украины четко и однозначно поручил с целью исключения диспропорций между размерами денежного обеспечения военнослужащих и представителей других силовых структур, прошу безотлагательно рассмотреть вопросы относительно увеличения размеров должностных окладов и окладов по воинскому званию военнослужащих. И вот 20 января 2016 года на заседании Кабинета министров министр обороны генерал армии Полторак выступил со своими предложениями о том, что именно выполнить то, что поручил президент Украины, но Кабинет министров не поддержал министра обороны. И поэтому у нас много было уже в городе Киеве акций по этим вопросам. И сегодня тоже выступали наши руководители Украины, именно ветеранской организации, по вопросу пенсии, по вопросу коммунальных услуг, чтобы действительно руководство Украины, премьер-министр, обратились лицом к военнослужащим, пенсионерам, и чтобы расставили все на свои места для того, чтобы действительно не ущемляли наших пенсионеров. Многое говорилось, много писалось, но пока ничего положительных вопросов нет. Но мы все равно настаивали, будем настаивать перед президентом, перед премьер-министром Украины для того, чтобы наши вопросы, согласно закону о статусе ветеранов, были решены в полном объеме. Адже всі ці поправки до закону, які негативно впливають на грошове забезпечення пенсіонерів-ветеранів, стосуються не лише миколаївських пенсіонерів, а й по Україні. Тобто це всеукраїнська акція, чи до Миколаєва приєднуються інші області? Як це поставлено? Ну от сьогодні було теж, і ті рази були, і Миколаївські були, представители и других, конечно, это всех касается всей Украины, потому что все возмущены пенсионеры, военнослужащие, как к ним относятся. Вот, допустим, взять, к примеру, такой, что министр обороны ежегодно издает приказ о примиривании военнослужащих, которые проходят службу сейчас, и доходит до 400 и до 50% их оклада. И вот сейчас военнослужащие, конечно, на этой необъявленной войне участвуют в Донбассе и получают солидное, так сказать, вознаграждение. Это в объеме там 10-15 тысяч. Но когда они будут уходить на пенсию, они будут получать всего ничего. А будет должностной оклад, воинское звание, секретность, вот выслуга лет и все. Это будет где-то примерно по-разному, кто сколько прослужил. Вот это 3-4 тысячи, ну может 5 тысяч. А сейчас, видите, они получают в много раз больше. Поэтому тоже я неоднократно обращался и к нашей здесь воинской части, которая дислоцируется в Николаеве, что давайте совместными усилиями будем поднимать этот вопрос. Действительно, чтобы министр обороны еще раз представил документы, соответствующие кабинет министров, чтобы кабинет министров именно проголосовал согласно письма, которое было написано президентом Украины Порошенко Петром Олексеевичем. Поки всі ці листи дійдуть до верхівки, до президента, прем'єра, голови Верховної Ради, а я знаю, що є якісь кроки, які ви вирішуєте на місцях завдяки місцевій владі, якійсь допомозі. Як тут налажена робота? Здесь у нас, я скажу, налажена робота із главою обласної державної адміністрації, главою облсовету, і також на містах з главами районних адміністрацій, з главами районних советов. Всегда мы решаем общие вопросы, всегда они идут, прислушиваются нас и выполняют наши просьбы согласно закону. Естественно, против закона мы ничего не требуем, и никогда не было такого, что пришли мы, или я один, или пришли делегации главе администрации, чтобы нас он не выслушал, чтобы не решил вопросы.
естественно, согласно законодательству. И, конечно, мы благодарны им, и всегда мы им помогаем и в проведении мероприятий основных государственных, где бы не участвовали вместе с ними, где нужно, и выступаем и по радио, и по телевидению, и в печати. И, конечно, хотелось бы тоже большое спасибо сказать и вашему телевидению, и другим телевидениям, которые есть у нас в Николаеве, и средствам массовой информации, да газетам «Южная правда», газеты «Ридное Прибожье», «Вечерний Николаев». Всегда обращаемся, пишем заметки и поздравления, особенно сейчас уже у нас такой возраст у ветеранов наступил, что 90 лет, 95, и 98 лет уже есть, и 99, и 100. Конечно, мы всегда поздравляем через газеты, через средства массовой информации. Это и нашим ветеранам, конечно, придает бодрость к жизни к ним, что о них знают, о них помнят, о них заботятся. И никогда, значит, и наши газеты не говорили, что вот мы не будем печатать ваш материал, давайте платите деньги и все остальное. То есть налажен этот процесс, и спасибо редакторам главным этих газет, что я упомянул. И хотелось бы еще поблагодарить тех, которые спонсоры, мы еще обращаемся непосредственно. Это и Никотера, это и Пепсико, раньше Сандора, как мы называли. Это, значит, и наш, так сказать, любимец, который всегда нам идет, Дельта Лоцман, на уступке, хотя державное предприимство, но все равно помогает. Конечно, и этот Кривозерская вода, Скрипниченко Михаил Сергеевич, всегда звоним, никогда не отказывает. Конечно, приятно работать, приятно то, что люди понимают нас, что действительно идем поздравлять, допустим, с днем рождения, конечно, с пустыми руками не пойдешь, даже какой-то пакет или нужно какой-то подарок, и на это не предусмотрено бюджетом нигде. И вот так спасибо спонсорам, идем поздравляем, потому что люди заслужили, и людям, конечно, нужно помочь хотя бы где-то и на какие-то медикаменты, может быть, или же на те же поздравления с праздниками, и не только с днем рождениями. И, конечно, это идет на пользу нашей ветеранской организации, что действительно она работает, действительно помогает и не отказывает ни в чем. І от якщо вже казати про ліки щодо медичного забезпечення ветеранів, як тут справи? Значить, я вже сказав том, скільки на медикаменти, скільки на питання. Да, і, звісно, хотіла сказати то, що дійсно наш госпіталь відноситься дуже хорошо к нашим ветеранам. Всегда в любое время, когда позвонишь, бывают такие случаи, что ветерану плохо, он дома, вот. Еще бывает, что один. Звонишь начальнику госпиталя ветеранов, вот, всегда с положительной стороны, давайте везите, давайте привозите, находит место в то или другое отделение и оказывает медицинскую помощь. Есть госпиталь, который размещается 300 койко мест. И филиалы есть в Новом Буге и в Первомайске. Это все у нас 300 мест. И там также тоже на местах находятся главные врачи этих наших медицинских учреждений, где также относятся к ветеранам очень прекрасно. И в каждой областной больнице, и в каждом нашей районной больнице отведены специальные места для того, чтобы лечить этих наших ветеранов. И тоже лечение происходит, и питание по этим ценам, по кабинету министров, который я сказал, уже 55 и 65. Конечно, я тоже считаю, это неправильно. Должна быть одна расценка одна, то так получается, ветеран, участник Великой Отечественной войны по одним расценкам, а дитё войны уже по другим, намного меньше. Поэтому как-то здесь государство этот вопрос не поднимало, не поднимает, чтобы все сделать в правовом поле, чтобы всем было одинаково, потому что все кушать хотят и все лечиться тоже хотят, независимо, что он участник боевых действий Великой Отечественной войны, как мы говорим сейчас, Второй мировой войны, или же дитё войны. Потому что ни много ни мало, а в нашей области дитё войны в настоящее время находится 99 923 человека. Участников боевых действий Второй мировой войны 723 человека. Участников войны 24 426 человек. Ветеранов воинской службы 16 113 человек.
И, конечно, это очень много наших людей, которые обращаются к нашим врачам, к нашим медикам для того, чтобы действительно оказывали ту помощь, которую. И вот в этом году, за 9 месяцев, в нашем украинском госпитале, который находится в Цибли, уже пролечено 174 человека. Там составляется график. Вот, і люди їдуть і лічаться, звісно, теж. Микола Арсентійович, так як час нашого ефіру вже вичерпано майже, то хотілося всім цим людям побажати у 2017 році здоров'я і ще раз здоров'я. А вам хочу подякувати за те, що сьогодні ввечері знайшли час і були в нашому ефірі із корисною цікавою. Мені хотілося б ще, якщо може, півминутки там времени, що обратитися ко всім ніколаївцям накануні Нового року 2017-го, поздравити всіх з Новим роком, пожелати крепкого здоров'я, сімейне щастя, благополуччя. И чтобы 2017 год наступил, говорится, в хорошем отношении в этом вопросе, потому что нужно уже идти вперед, нужно останавливать эту войну на востоке Украины, и чтобы мы жили мирно, и чтобы наш народ уже действительно жил по-европейски, так как мы идем и стремимся в Европу. Я думаю, что 2017 год будет годом настоящим для благосостояние наших ветеранів і всього нашого українського народу. Дякую вам. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні в нашому ефірі. І нашим телеглядачам дякую за увагу. І пропоную надалі залишатися у нашій компанії. До зустрічі!